Ну что, готово? 280 мяса, 350 макароны, 150 булочка, 75 – это масло. Ты прям калорийный человек дождя. Это не завтрак. Кофе тоже. Много упражняешься. Я не смогу тебя лечить, если ты не хочешь жить. Отличная речь. Я здоровая. У тебя все под контролем. Правда прикольно? Это торт. Я сильная. У тебя все под контролем. Я все контролирую. У тебя все под контролем. Ты цела, детка? Просто голова закружилась. Приветствуйте, наша новая гостья Эллен. Привет. Обалдеть. Как ты это делаешь? В смысле, ешь? Врать не буду. Я пи***ц какой голодный. Мам, ты будто привидение. Я немного злюсь. Это ведь и моя жизнь. И меня лишают... сестры. Что с тобой происходит? Я просто не вижу смысла. Люди говорят, что любят тебя. Но на самом деле, любовь к тебе просто возвышает их в собственных глазах. Я даже не знаю, с чего начать. По всем пунктам херня. Увлекательно, смешно и душевно. Если так пойдет и дальше, однажды ты не проснешься. Я не могу остановиться. Когда услышишь этот голос, скажи ему, чтоб шел в жопу. Пошел в жопу голос! Пошел в жопу! Неожиданно лиричный и трогательный. Скажите мне кто-нибудь, почему мы здесь? Потому что мы живы. Молодец! Лили Коллинз, Кэрри Престон, Лили Тейлор и Киану Ривз. Некоторые из них вроде ничего. Когда-нибудь у них даже может быть какое-то подобие жизни. Я слышу в твоих словах оптимизм. Я сказала подобие. До костей. 14 июля.